Всем приветики! Я хотел бы показать вам, как правильно кушать кукурузные палочки. Дело в том, что когда вы находитесь далеко от дома, все, что у вас есть, это руки. И, соответственно, кушать вы можете только руками. Но что, если вы находитесь дома? Зачем кушать руками и загрязнять их? Как видите, пальцы у меня жирные в крошках. Если можно кушать, используя для этого специальный инструмент. А именно тарелку и вилку. Ведь так намного удобнее. Вы просто наживляете на вилку кукурузные палочки и кушаете их. При этом ваши руки остаются чистыми. Поэтому, если вы тоже находитесь дома и у вас есть кукурузные палочки, то кушайте их правильно. Ну а на этом все. Всем покедова!